Добро пожаловать, это Axon 10 Pro, и сейчас я покажу, как изменить язык системы на этом телефоне. Итак, вначале вам нужно открыть приложение настройки, спуститься вниз, открыть пункт, еще чуть ниже, открыть пункт система, выбрать пункт язык и ввод, выбрать языки, добавить язык, добавляйте язык, на который вы хотите сменить язык системы. А затем напротив этого языка вы увидите 4 такие палочки. Нужно будет взяться за них и перетащить на первое место. Отлично, язык системы изменен на белорусский. Для того, чтобы изменить опять на русский, берете за русский, тянете его наверх, и он становится языком системы. Для того, чтобы удалить белорусский, в правом верхнем углу нажимаете «Удалить», выбираете, какой язык хотите удалить, нажимаете на корзинку. Окей. Все, ребят, спасибо большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, вам понравился такой быстрый экспресс-формат. Если да, поставьте лайк и подпишитесь. Ну, а еще коммент напишите, хотим же мы знать, полезное ли дело делаем. Пока!